Всем привет, с вами как всегда Артём Тарнушенко, и это наш новый видеоролик. Как вы помните, в недавнем ролике мы были в этом лесу и решили на майские праздники приехать снова сюда. Поэтому запасайтесь едой, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и всем приятного просмотра. Погнали! Смотрите, какое дерево, насколько сильно оно пропиталось водой. Что оно просто вот так берется и вот так разламывается. Кстати, еще кто помнит тот видеоролик, то здесь было очень много воды. Она, кстати, уже все сошла, высохла, я не знаю, куда она делась. Но воды стало намного меньше, и сейчас еще такой минус есть один, то, что сейчас хоть и жарко, но довольно много комаров, которые очень сильно задалбывают. И приходится одеваться вот штаны, кофта, поэтому такая вот фигня. Погнали дальше. Ну вот мы, короче, на месте. Сейчас я дал этот телефон другу, да, я его хоть покажу, он потом вообще не живой будет. Вот, короче, Nokia сенсорный. Он был рабочий, короче, но я потерял батарею, и он, короче, уже не работает. Мне его не жалко, поэтому сейчас мы его уничтожим. Чувак, он целый! Он целый! Экран целый, понял? Только нишу. Смотри, что с ним случилось, блин. Ну, сейчас не валяется кнопка. Ну, экран стоит. Экран целый, а низ сломался. Давай еще раз. Вот кнопки. Смотри. Смотри, что с ним. Только экран выжил. Вот это Nokia тему делает. Ставьте большие пальцы вверх, если у вас есть Nokia. В смысле, целость он победил? Он так и был! Он такой и был, экран. Давай еще раз. Не! Разбился! Давай опол. Там экран. Смотри, как его исходит. Жестко. Все, телефон полностью рабочий. Камера, да? Телевизор. Буду на эту камеру снимать. Смотри, это типа подарок. Класс. Только поставший попал. О, четенько. Это ж... Блин, мне показалось, включился. Осталось от телефона. Если вы хотите еще побольше таких краш-тестов, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, а также не забудьте написать приятный комментарий. Погнали. А мы нашли яйцо дракона. Смотрите, маленькое такое. На самом деле это просто яйцо какого-то птенца, который уже вылупил. Короче, взяли топор, нам надо дров нарубать, поэтому мы ищем полностью сухое дерево. Мы не уничтожаем природу, мы наоборот ей помогаем. Комары прям в рот залазят, фу, это жесть. Когда заходишь за лес, там такой рой такой, ты стоишь так, тишина и такая... Жесть вообще полнейшая, если получится, то я ночью засниму какой-то звук вообще. А мы нашли бревно, мы его спиляли и сейчас срубаем напополам, чтобы было удобнее нести. Мы танцуем, потому что тут комары задолбали. Yeah.
Bye-bye.